Привет-привет! На крипторынке сейчас очередной виток бычьих настроений. Цена биткоина приближается к 50 тысячам, и следом за ним растут остальные криптовалюты. А больше всего роста показывают, разумеется, мемкоины, которые являются хоть и самыми рискованными, но одновременно с этим и самым прибыльным типом активов на крипторынке, с помощью которых можно получать прибыль в десятки и сотни иксов за считанные часы. Только, разумеется, если вы успели вовремя зайти в мемкоин и вовремя из него выйти. Давай, вошли и вышли. Приключение на 20 минут. Важно покупать такие рискованные токены как можно раньше. Первые минуты листинга или вовсе на пресейле. А продавать постепенно, фиксируя прибыль, чтобы из-за жадности не потерять все вложения. И в сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам как раз о таком примере молодого мемкоина, который буквально через несколько часов проведет пресейл своих токенов. И в котором мы с вами еще успеваем принять участие. Называется данный токен Dragon Grog. Он представляет собой типичный мемкоин без четкой дорожной карты, с анонимной командой без особых утилитарных применений. Однако у него есть то, что для любого мемкоина является самым важным пунктом – сообщество и маркетинг. Команда Dragon Grog активно ведет социальные сети, и еще до запуска проекта им удалось собрать комьюнити в несколько тысяч человек. А что касается маркетинга и продвижения токена, то тут Dragon Grog сильно выделяется на фоне конкурентов. Ведь вместо размытых обещаний какого-то там маркетинга, команда приводит на своем сайте максимально четкий и подробный план того, как они будут продвигать токен. Листинг на CoinGecko и CoinMarketCap, а также на паре десятков других агрегаторов, подробно перечисленных в плане маркетинга. Ведение кампании в Твиттере, Ютубе и ТикТоке. Продвижение по конкретным регионам и так далее. Так что к вопросу раскрутки токена команда Dragon Grog подошла очень основательно. Теперь что касается токеномики. Отчеканены токены Dragon Grog на блокчейне BNB Smart Chain. Максимальная эмиссия составляет 420 триллионов токенов. Стандартно большое значение для мемкоинов. И вся эта эмиссия будет реализована по модели Fair Launch. Все 100% будут проданы сообществу в ходе пресейла и заблокированы в ликвидности. Никаких резервов, никаких токенов команды у Dragon Grog нет. Однако средства на финансирование проекта все равно будут, ведь у Dragon Grog имеется налог на транзакции в размере 5%, которые будут использоваться для маркетинга. В плане безопасности стоит отметить, что у Dragon Grog пройден аудит от Analytics. Команда обещает провести процедуру Renounce в момент запуска токена, а ликвидность будет заблокирована на 365 дней. За это отвечает лаунчпад, на котором запускается токен Dragon Grog. Вот, собственно, мы и подошли к теме пресейла токенов Dragon Grog. Проходить он будет на платформе PinkSale, децентрализованном кросс-чейн лаунчпаде, который пользуется большой популярностью у мемкоинов и прочих щитков. Стартует пресейл 13 февраля в 7 часов вечера по МСК. 49% эмиссии выделено на пресейл, 51% на ликвидность. Все непроданные токены будут сожжены. Это нам опять же гарантирует лаунчпад PinkSale. Софткап распродажи составляет 50 BNB, хардкап 100 BNB. Минимальная сумма покупки на один кошелек 0,1 BNB, максимальная 0,75 BNB. Однако тут важно уточнить один момент. Пресейл является не публичным, и принять участие в нем могут только участники из белого списка. Получить слот вайтлиста довольно просто. Для этого не надо проходить KYC и покупать тиры. Вайтлисты будут разыграны через Swip виджет. Это такой аналог всем известного сервиса Glim. Для получения листа надо указать свой email и адрес web20 кошелька, после чего начать выполнять задания в социальных сетях Dragon Grog, подписаться на Telegram и Twitter, сделать репост, подписаться на каналы YouTube и TikTok, посмотреть несколько видео и поставить на них лайки. Также есть задания с приглашением рефералов. За каждое задание начисляются баллы, на основе которых и будут случайным образом распределены слоты вайтлиста для участия в пресейле. Всего победителей будет 100 человек, каждый из которых получит свой слот для участия в пресейле. После окончания сейла, спустя ровно сутки, 14 февраля, произойдет листинг токенов Dragon Grog на бирже PancakeSwap. Скорее всего, сразу в момент листинга у Dragon Grog будет мощная свечка вверх на несколько иксов, как это обычно и бывает у мемкоинов. Поэтому откупать Dragon Grog на листинге довольно опасно. И лучше постараться успеть на пресейл. Ведь в таком случае вы сможете гарантированно купить токены и затем продать с потенциально иксовой прибылью. Хотя, разумеется, это всего лишь мое предположение. Никаких гарантий заработка тут нет. А риск у подобного типа активов является высоким, так что я вас ни к чему не призываю, а просто знакомлю с проектом, который мне кажется перспективным. Вы должны обязательно проводить собственное исследование и учитывать все возможные риски. А на этом у меня все, друзья. Жирных вам иксов, вовремя фиксируйте свой профит и до новых встреч. Пока-пока.